said some awful words, and I know that we both got hurt. But I wanna be with you, I wanna be with you. We can't let this slip away, you know that I want you to stay. Cause I wanna be with you, I wanna be with you. Don't run away, we can't let this go to waste. I don't want nobody else. Don't let this go to waste. Всем привет, мы с вами снова играем Sims 4 Вампиры. И в прошлой серии был суд, который закончился очень и очень плачевно. Все версии улики указывали именно на Джейн, либо на ее косвенную причастность. В ее слова никто не верил, и Джейсон так умело все обрисовал, что ни у кого не было сомнений, что Джейн и есть преступница. Причем у Джейн не было совершенно никаких доказательств своей невиновности, только слова. Больше всего возмутило суд то, что она осталась жива и никому ничего не сообщила. Ведь если бы она сказала, никто бы не поехал в лес, не убили бы этих полицейских, Джейсон бы не превратился в вампира, ну и так далее. Не было бы столько смертей и не было бы этого суда. Но никто не знает, что было с ней, что она стала вампиром. И может, если бы она вернулась тогда, то было бы еще хуже. Джейн дали очень-очень-очень большой срок, но, конечно, так как она вампир, она бессмертна, то это как бы не имеет значения, но не стоит забывать, что у нее есть дочь, что за это время неизвестно, что с ней может случиться, потому что сейчас она в детском доме, ее может кто-нибудь забрать, и Калеб ее не может удочерить, потому что он вампир, он как бы мертвый, у него нет никаких документов, и сейчас все очень расстроены. И особенно Калеб, но он все равно пытается что-то придумать, как-то помочь, и он думал всю ночь, чем помочь Джейн, и в его голову пришла немного сумасшедшая идея, о которой я расскажу чуть-чуть попозже. А сейчас мы начинаем играть. У нас сейчас раннее утро, и у нас тут
Оливия вырядилась в такое платье. Лили, ты чем? Ой, у нас жажда какая. Нам нужно заказать какие-нибудь, не какие-нибудь, а кровь нам нужно заказать. Поэтому пойдемте вниз, в комнату Оливии, и там это сделаем. Потому что я не хочу, чтобы вы у меня умерли с голоду. Так, тайны вампиров заказать. Так, ну мы не богачи, поэтому... Давайте 4 штучки закажем, я думаю, будет достаточно. И кто еще хочет пить у нас там? Сейчас посмотрю. Ну, Кальп немножко хочет. Ну, Кальпа, по-моему, есть. Да, у него есть. Давайте мы выпьем на всякий пожарный. И Кальп наконец-то узнал, что Джейн беременна. И он вообще теперь в шоке, если честно. Так, сейчас мы отправляемся в школу вампирскую. В школу вампирскую. В вампирскую школу. И Кальп там будет прокачиваться, плюс я вам сказала, что пришла ему идея интересная, и мы будем ею заниматься, ее реализовывать. Мы прибыли в Forgotten Hollow, я так давно здесь не была, что прям для меня так странно, что здесь так темно, прям кошмар. Так, ну что мне нужно, куда-то постучать, куда же мне стучать, простите. Я тут такой кошмар. Просто луна просто великолепная. Кальп, ты где? О, все, замечательно. Заходите, кто ж мне открыл? А, тут... Ой, тут много людей. Мы сразу пойдем тренироваться. Немножечко. Нет, знаете, что мы сначала пойдем делать? Мы сначала пойдем... Нет, не, не, все, все, я придумала. Мы идем на спарринги, потому что я хочу прокачать эту штукенцию. Вот, Ричард, давай-ка пойдем с тобой на вампирский спарринг. Дальше, кто у нас тут? Генри, Лаура. Со всеми сходим, а потом будем заниматься уже своими делишками, которые могут спасти... О, боже! У кого-то нет платья. Так, все, давайте. Что-то как-то там странно получается. Вообще у меня ничего не получается. Калеб, ты где? Может, пойдешь с кем-нибудь? А, ну мы вообще ни с кем не идем. Замечательно. Может, что-нибудь пойдет со мной, а? Генри, ты идешь? Непонятно. Что такое? Почему у меня ничего не получается? Ой, Владислаус даже здесь. Калеб, ну ты, может, спросишь у него? Все, мы идем? Отлично, наконец-то, с 100-го раза получилось. Так, вы там где? Так, а то сейчас... Ой, как красиво тут. Красота. Прибежал наконец-то. Давайте. Кальпи, надеюсь, ты победишь. Было бы классно заполнить сегодня это все, но что-то я сомневаюсь. Потому что она странным образом как-то уменьшается. Я не знаю вообще, почему. Так. Ну, что тут у нас? Да, Кальп выиграл. Дальше, давайте вот Эмму возьмем. Она такая в платье красивая. Давай, иди, предлагай ей. Надеюсь, что она согласится. У нас сегодня на самом деле очень много дел, поэтому мы здесь долго не будем засиживаться. Мы сейчас в спаррингах поучаствуем. Потом пойдем, поделаем свои делишки и все. Дальше у нас кто? Ричард. Ты не был, да? Пойдем с нами. Мы, типа, тренируем их. Мы же, типа, работаем в этой школе. Давай, лети. Или он сам придет? Я еще сомневаюсь, он не придет сам. Давай, Калеб, лети. Лети. Вот, Ричард, пойдем. Да что ж ты будешь делать, а? Никак он не хочет с нами идти. Давай. Убегает и все. Еще Лаура осталась и Владислаус. Ну, Владислаус занятой человек, потому, ну, я не знаю. Так, тут уже началось все. Ну, Кальп, давай. Победи. Так, я что-то... А, вот еще кто-то. Как тебя зовут? Да, мы выиграли снова. А, вот Сильвия еще есть. Пойдем на спарринг. Давай, скорее. Ой, смотрите, как круто, еще чуть-чуть. Блин, классно. Ой, она куда-то побежала теперь в ту сторону. Да, ей бы приодеться, на самом деле.
Ну да, бывает, я удаляю просто одежду, которая мне не нравится. Да, и происходит такое. Так, мы выиграли. Лаурочка тут где-то стояла. Я что-то ее только не вижу уже. Она куда-то спряталась. Давайте, тут что-то сломалось, что ли, мне показалось. Где Лаура? Куда ты делась? Тут Владислаус. Ну, давайте с Владислаусом, что ли, пойдем. Так, эмпирически. А где Лаура? Она куда-то сбежала от нас? А, вон она, на улице. Прячется тут. Так, Калеб, давай быстрее, не нужно вообще-то ни с кем разговаривать. Цирк, Джейн, ты в тюрьме, какой цирк? Ну, Калеб, боже, что ж так все сложно? Все, вы идете, вот, и Лаура как раз здесь, потом ее попросим. Давайте, вы прям тут, отлично. Надеюсь, что мы победим. Я что-то не поняла, вот это вообще, что за прикол? Я наполняю эту шкалу, она что? Уменьшается, что ли? Я вот это вообще не поняла. Потому что в прошлой серии у меня вот столько оставалось, она уменьшилась. И сейчас у меня было почти полное, и что это такое? Типа, что, очки, типа, я зарабатываю? И, короче, что-то вообще мне непонятно вот это вот. Мне так не нравится. Все, у нас уже 11 дня. Так, ну, в принципе, наверное, мы не будем ничем заниматься. Мы идем сейчас сюда. Мы идем делать напиток. Вот, сделать напиток. Чтобы сделать напиток, который мне нужно собрать кучу всего. Вот это реально челлендж. Так, пойдемте тогда искать. Мне нужно много чего. И я надеюсь, что я это найду. И это будет не очень долго. Так. Неожиданный поворот. Я не планировала таким заниматься, но что поделать. Так, это... Нет, такое мне не нужно. Вот это мне нужно. Потом мне надо этот... дерево, вот это вот дерево. Дерево тут, я знаю, растет оно точно. Вот, собрать. По-моему, чеснок мне нужен. Но это не точно. Надо посмотреть. Блин, я уже забыла, что мне надо. Так, сколько у меня тут? 10, 20... Так, все, Калеб, вернись. Давай посмотрим, что нам уже еще нужно. Хотя, ну нет, там придется вернуться. И посмотрим, что нам еще надо. Так, чеснок. Блин, я не знаю, нам от чеснока плохо не будет. Сейчас я посмотрю, у нас... есть эта штукенция? Да, все. Мне нужен чеснок. Вот я не очень помню, где он был. Но где-то он есть. Вот это не оно? Нет, это камешек, да? Где-то он есть. По-моему, здесь где-то нет. Во, чесночок. Давай, лети сюда. И я думаю, достаточно. Кстати, мы давно здесь не были. Точнее, мы были здесь один раз, и все, мне нужно сюда съездить как-нибудь. Все ты собрал, надеюсь, там 10 штук. Да, 10 штук, все замечательно. Так, идем сюда. И в подвал. И теперь мы будем делать напиток. Вот этот напиток. Дорогое удовольствие, но чтоб... Зато в туфлях, посмотрите. Зато в туфлях. Молодец. Давай, Калеб, приступай. О, боже, сейчас испугалась. Да, я думаю, качество здесь будет просто потрясающее. Просто великолепное. Калеб, ну ты постарайся. Вот, кстати, у нас уже все портится. Что не очень... О, да. Бармен еще тот. Ну что, у тебя получилось? Мы забираем с собой. В общем, да, наш напиток готов. Поэтому мы сейчас уже... Пойдем в полицейский участок или в тюрьму, где там у нас сейчас Джейсон, мы не знаем. Поищем его и попробуем с ним поговорить. Так, ну мы прибыли в это ужасное и страшное место. Сейчас мы постучим. Сразу предупреждаю, скорее всего, все заключенные ходят просто по тюрьме. Потому что, ну да, вот Джейн сидит здесь на лавочке. Все ходят здесь, гуляют, хотя должны быть в камере.
Ну, да. Ну, что ж поделать. Ну, мы делаем вид, что как будто бы никого здесь нет. И мы идем вот к Джейсону, и сейчас с ним будем разговаривать. Сейчас я нащелкаю, чтобы потом не отвлекаться на это. Ну, вот так сделаем, все. Иди. Поздоровайся. Тут книжки читают, преступники книжки читают. Понимаете? Тут весь в работе. Сейчас еще пощелкаю. Да, привет, привет, Джейсон. Бесстыдник. Вот, о механике поговорим. В общем, Калиб скажет, что так и так, что это все ошибка и все такое. Но Джейсон скажет, что, ну, блин, суд решил, все, до свидания, как бы. Калиб скажет, что мы знаем, что это вы убили девушку полицейского в доме Джейн. Да, в доме Джейн, когда он пришел после пожара, там, короче, все осматривать. Вот. И то, что, скорее всего, это он убил свою дочку и жену. И тут Джейсон уже не будет таким веселым. И выслушает Калиба. И Калиб предложит ему такой вариант, что он даст ему напиток, исцеление от вампиризма. И Джейсон будет жить своей нормальной жизнью. И Калиб никому не расскажет, что это как бы он виноват в этих смертях, а не Джейн. И в отместку Калиб просит, чтобы он освободил Джейн. Неважно, какими способами, хорошими или плохими. Ну, в данном случае плохими, по-другому, наверное, не получится никак. Вот. И Джейсон, ну, у него как бы тоже не особо-то выбора есть. Ну, и, в принципе, вообще все равно. Для него сейчас главное... Ну, блин, отлично! Ну, отлично! Ну, нет, ну что это за поворот событий? Давай... Рассказывай, не надо с ней общаться, и здесь нету. Вот. Так, вот это уберу. Джейн, пожалуйста, уйди отсюда. Да что ж мне не получается с ним пообщаться, он что-то не хочет разговаривать, он играет. Вот. И Джейсон скажет, Джейсон подумает, что это будет просто замечательно, если он исцелится от этого недуга, так скажем, от этой болезни, и не будет убивать всех подряд, потому что он очень сожалеет, конечно же, плюс он как бы полицейский, один из самых лучших, и тут такая фигня с ним творится, что он сам убивает. Вот, и он скажет, что да, он согласен, но еще он хочет 100 тысяч симолеонов. Калиб такой, офигеет? Ну, думает, ладно. Ладно, ничего, отдадим мы тебе все. Вот. Джейсон разрешил нам повидаться с Джейн, которая уже здесь стоит, поэтому давайте с ней туда пообщаемся. Вот. Но мы можем ее как бы забрать отсюда только вечером. Ну и по поводу ребенка тоже, что как бы Джейн это мать, единственный родственник, то мы тоже можем ребенка забрать. Что очень и очень хорошо. У Джейн, кстати, дела плохо в тюрьме, потому что здесь все злые, ее все обижают. Плюс она, ну, в конце прошлой серии была там драка, она решила там помочь. В итоге сделала еще хуже. На нее все ополчились. И дошло до того, что она даже попала как бы в этот... в больницу. Я не знаю, как сказать. Потому что она чуть не потеряла ребенка. Так, давайте сделаем что-нибудь романтичное, потому что мы 100 лет не виделись, узнаем, как у нее тут вообще дела, как она себя чувствует. Так, вот так сделаем. Ой, там было что-то интересное. Ой, анекдот исторический не надо было делать. Так, вот так вот сделаем. И... Нет, фоткаться мы в тюрьме, конечно, не будем. Вон они, эти зулюки стоят. Всякие. Так, ну, в общем, мы вроде как проблему решили. То есть получается, что ее как бы освободят типа условно, то есть обвинение как бы с нее не снимут, но... Ну, короче, в общем, нужно найти преступника. Ну, или, допустим, Джейсон может сделать так, что как бы он... они инсценируют смерть Джейн ее ребенку, Лину, и как бы делу конец. И они смогут спокойно жить как вампиры. Но если они хотят жить как люди, то нужно найти преступника. Или просто Джейсон поможет переделать как бы документы. В общем, есть варианты, просто нужно подумать. Кстати, вот мне интересно ваше мнение.
Как думаете, точнее, как бы вы хотели, чтобы вот Джейн всегда осталась вампиром, и, допустим, чтобы мы дочку тоже сделали вампиром, чтобы она с детства как бы была приучена к этому, что есть вот эти вампиры, и все, больше никого другого. Чтобы она пошла в вампирскую школу, встретила себе парня-вампира и так далее. Вот, либо можно исцелиться, нужно об этом уже думать, потому что скоро повзрослеет Лина, и уже будет как-то, ну, сложно это все скрывать. То есть она пойдет в обычную школу, будет общаться с обычными людьми. Джейн, допустим, исцелится, а Калеб, допустим, нет, потому что, ну, как бы будет защищать такое. В общем, вот, как бы вы хотели, чтобы Джейн осталась вампиром с дочкой, и они жили как вампиры, или как обычные нормальные люди. Так, Калеб тут меня приснул в ванной. Он просто сегодня очень устал. Набирал ту фигню, которая не набирается. Или как бы очки засчитываются, я не знаю. Непонятно. Ладно, мы сейчас пойдем в приют, потому что уже вечереет, побудем немножко там, заберем нашу дочку. И уже оттуда тогда поедем снова в тюрьму сюда и заберем Джейн. И вот мое дитё тут уже стоит, ждет. Давайте мы расскажем историю. Не знаю, как у меня там дела, если честно. Так-с. Поиграем немножечко. Вон такая уже большая. Поговорим только о том, как прошел день. Тут такая пыль у нас летит. Так, ладно, давайте мы будем с ней общаться немножечко и будем ее отсюда забирать. У нас все очень-очень плохо, потому что с энергией вообще ужас какой-то. Не знаем, как у нее прошел денек. Ну, я не думаю, что у нее прошел денек хорошо, потому что ей здесь. Я думаю, что ей здесь не очень-то нравится. Точнее, ей здесь не нравится. Вообще, как тут у детей дела? А, тут нужно зайти же, постучаться. Боже мой, какая красота. Офигенно. Ладно, не будем отвлекаться. Здесь столько людей. И вот Алекс, предательница, которая на суде там про нас рассказывала всякие истории. Так, читать книгу. Ну, давайте почитаем ей книгу. Потом, я думаю, дадим, может, еды. Не, из багажа не надо. У нас там один чеснок, всякая фигня. Вот, обнять. А ты далеко полетел? Ой, бежит! Обожаю этот костюмчик, эти зайчики. Просто класс. Так. Пригасить, послушать рассказ. Пригаси ее. Так, и прижать к сердцу. Боже мой. Я хочу дать еды еще, но это вообще не здесь. Ну, я сейчас просто посмотрю, что тут интересненького. Так. Вот. Нет. Не-не-не. Вот так. Вот, дать еду. Ой, как интересно. Не могу. Помотаю немножко, потому что, в принципе, здесь ничего такого особенного нет. Ой, нам нужно поспать срочно. Прям печально. У нас все из гигиены уже плохо, из жажды уже плохо. Ну, вернемся из тюрьмы тогда. Про пиццу. Пицца очень аппетитная была на картиночке. Прям вообще. Калеб, не показывай, что ты вампир. Ой, она что-то сердитая. Ну, она как всегда у меня. Как всегда, вот ей-богу. Вечно что-то... Блин, как классно, ребята. Вы это видели? Так мило, я не могу. Ой, классно. Калеб, ты просто прелесть. А вон чувак этот. Короче, все предатели собрались здесь, на одной улице. Так, ребят, все, мы забираем ребенка. Потом мы сразу пойдем в тюрьму. А сейчас я с вами буду прощаться. Я надеюсь, что вам понравилась эта серия. Если так, то ставьте палец вверх. И если вы ждете новую серию, а у нас тут что-то они тут ругаются. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые серии. А я прощаюсь и всем пока-пока.